И сегодня у нас вышло новое топовое обновление. До сих пор не знаешь, где купить топовый аккаунт в симуляторе пчеловода, так еще и с большим количеством робоксов на балансе, тогда я вам расскажу о группе BizFarm Продажа. Эта группа работает уже 4 года на рынке, а также я тебе лично отвечаю, что это самая классная и крутая группа по продажам. Лично сам покупал у них много раз аккаунты и оставался довольным. Так что переходи к ним по ссылочке в описании, а также я тебе оставлю ссылочку на них в закрепленном комментарии. Это BizFarm Продажа. Она такая одна. И всем привет, дорогие друзья. Костик попал на связи, и сегодня у нас вышло новое топовое обновление. Так что перед началом этого ролика не забудь поставить лайк, также подписаться на канал с колокольчиком. Ну и также, ребята, давайте поставим над этим видеороликом, ну, лайков 320. Как только наберем это количество лайков, так сразу выпускаю новое топовое видео. Ну, в общем, ребят, действительно вышло обновление, как вы видите. Тут уже человек находится с черным ульем, вот с такими картинками красивыми, прям привлекательными, я бы сказал. Давайте тоже поставим ульи и пойдемте тестить. В общем, опа, я поставил, смотрите, такая обводочка, так сказать, на ульи имеется. Это, если честно, очень красиво. Ребят, открылась новая классная группа по продаже аккаунтов BizFarm. У них можно купить крутые аккаунты, так еще и с донатом по дешевым ценам. Залетайте и покупайте. Ну и также еще подставка, так таки, опа, вот так вот поднимайся к своему улью. Ну, в общем, это реально выглядит очень классно. В общем, дальше. По бэджикам, в принципе, ничего тут не изменилось. Как у нас были бэджики, так и они остаются, я так понимаю. Ну, в общем, как вы видите, то, что нам показывал Джеймс, все, есть. Метеор, да, о, кстати, ребят, Метеор Шторм, я так понимаю, да. Ребят, Метеор Шторм у нас перенесли, да, ребят. Тут Метеор Шторма больше нет, он теперь находится на крыше, получается, где у нас, ну, пока что он там находится, если что, вы понимали, ребята, это, ребята, у нас тестом обновление. В общем, да. И оно сейчас на тесте. В общем, очень классно выглядит. Давайте что-нибудь попробуем выбить. Это очень классно. Ребят, смотрите до конца видео, потому что я вам покажу сегодня многое, что добавили в данном обновлении. В общем, также Анет, как вы понимаете, шансы изменил, как вот так, мификейцу, ну, короче, шансы немножечко поменял, в общем, что-то по-другому сделал, в общем, ну, я думаю, то, что он еще их будет нерфить, так сказать, да, и получается у нас чуть по-другому будет. Давайте попробуем что-нибудь выбить. Я хочу синий улей, очень хочу синий улей, давай. Нет, мне падает почему-то черный улей, что мне дает черный улей? Стэк буст, то есть, если я его еще доставлю, будет круто. Но это пока мне не надо. Я могу это делать раз в минуту. Это, в принципе, классно. Пойдемте дальше посмотрим. Я бы хотел, конечно, найти наклейки. Наклейки я превосходно, я их нахожу. Давайте заберем эти наклеечки. Если что, на основном, у нас, когда выйдет это обновление на основных серверах, оно буквально через пару дней выйдет. В общем, у нас вот эти наклейки тоже будут разбросаны. Вот еще наклейки. Давайте подберем опыту. Два друга. Это, так сказать, я со своим подписчиком, да? Ну, в общем, это круто. Также и еще тут наклеечки. Давайте их заберем. Так, опа, ракета какая-то. Давайте теперь попробуем прям все это. Я могу все закинуть? Я, по идее, могу все закинуть. Так, а нет, я закинул только одну вещь, получается, вот эту наклейку. Тогда тут распечатывается, так сказать, это принтер. И у меня будут умножаться на нем бафы на этой наклейке. Классно, круто. Мне это очень нравится. Так, пойдемте сходим, посмотрим, как тут ребята это делают. Уже почему-то все поставили себе черные улья. Кстати, у человека как-то странно улья отличается, потому что у него он как-то прям вверх поднялся. Вообще жестко. Так, у меня пока с ульем ничего нету. Все ставят черный улей, потому что, видимо, черный улей — это самый такой фиговый улей, который может выпасть. Давайте еще что-то попробуем. Давайте, я не знаю, о чем мне, где я могу выбить улей синий. Вот он, вот он мне нужен. Давай еще раз попробуем. Вот синий улей, дай мне синий улей, пожалуйста. Так, давай. Нет, наклейка. Какая-то наклейка. Так, ладно, через 50 секунд я еще смогу, получается, сделать. Кстати, бокс этот выглядит стикер-бокс, это у нас стикер-бокс, это у нас шапочка-бокс. А где у меня было, в общем, получается,
вот эта как бы штука, где у меня наклейки показываются, я не особо, ребят, понимаю. А, нет, все в этом, да? Вот, инбокс, это что тут есть? Стикер, а... Так, что это? Это какая-то фигня непонятная. Пока не понимаю, ребят, как это работает. О, я могу наклеить. Так, давайте попробуем наклеить. Вот так вот это клеить можно. Блин, выглядит классно. А, вот, и у меня улей. Получается, я его накидываю, и у меня улей становится черным. Кстати, тоже у меня на все поле, а у этого человека почему-то вот так он. Не на все поле. Ладно, давайте дальше поставим вот тут вот эту наклеечку. Давайте с кофе наклеечку поставим сюда. Давайте вот сюда такую наклеечку поставим. И вот сюда какую-то, так как привлекательно. Но пойдемте, зайдемте, ребята, в трейд-зону. Трейд-зона у нас даже есть. Уже тут все прям есть. Так, мы заходим в трейд-зону. У меня грузится что-то. Бисварм написано. Так. У меня, по идее, загружается все, все, у меня загрузилось, и я нахожусь со всеми ребятами, кто играет на тестовом сервере, в принципе, на большом нашем сервере. Так, сплинкер я почему-то поставить не могу, видимо, на этом поле нельзя ставить сплинкер, и тут ребята все фармятся. Чтобы вы понимали, так можно заходить, то есть, когда у нас выйдет это на основном серверах, мы будем заходить в вот этот трейд-хаб, и тут много человек, кто играет в симулятор пчеловода, тут ульев можно поставить просто огромное количество. Так, давайте поставим, опа, ребята, Костик с вами, так, и давайте попробуем вместе с ребятами пофармить. Боже, давайте гандропы, ребята, юзать всех, жалко то, что нельзя поставить на данный момент сюда, чтобы каждый сплинкер ставил. Поэтому, если бы тут, конечно, все сплинкеры ставили, конечно, тут бы можно было просто нереальные суммы фармить. Но, к сожалению, так, скорее всего, не будет работать, потому что, видите, сплинкеры не ставятся на это поле. Ну и, как вы видите, тут много ребят, которых, в принципе, играют. То есть, вот Костя Пау-Пау, самый лютый игрок этой игры. Ладно, шучу, ребята. В общем, вот я здесь. Почему-то реально черный улей, он огромный. Я, конечно, понимаю то, что я в душе огромный, но вот это, что, почему у всех такие маленькие, вот, у него даже маленький, а у меня большой. И типа я не понимаю, почему его вот, у этого тоже маленький. Ну, как бы я не понимаю, в чем прикол. В общем, все ребята сидят, кто попал на видео, ребят, передаем привет. В общем, тут уже такие ребятки с крутыми наклеечками уже развились, так сказать. И да, даже фиолетовый улей есть. Это, конечно, что-то такое, что-то интересное. Ну, в общем, тут много ребят стоят. Всем привет, ребята, кто, в принципе, зашел на мой видеоролик и смотрит на себя, на мое видео. Ну, в общем, вот такая вот трейд-зона. Там сверху что-то находится или нет? Ну, в общем, солнце какое-то. Но все это очень прекрасно выглядит. Мне это все безумно нравится. Даже можно вот тут вот так вот пустить потом на превью вот эту фоточку, где тут все ребята так фармятся. В принципе, все выглядит очень классно. А как мне выйти с трейд-зоны? Получается, я сюда обратно иду, да? Я иду сюда обратно. И все, я появляюсь у себя на обычном сервере с другими ребятами, видимо, меня закинуло уже, да, потому что я не с этими был. Ну и, в принципе, вот так вот мы наш улей ставим. Вот я не понимаю, видимо, как-то пока что баг она работает, потому что когда Аред пока что проверяет это все на тесте, потом это будет все работать хорошо, и, конечно же, Аред добавит это уже на основной сервер. Так, давайте еще крутанем. Дай мне синий улей, я хочу синий улей, я... Да, спасибо, очень круто. Ну и, в принципе, из обновления пока это все. Конечно, можно было бы мне использовать мифическое яйцо и выбить что-нибудь покруче. Ну, через 40 секунд это можно будет сделать. Ну, в общем, классно. Можно будет провести, ребят, я думаю, даже стрим. Я просто пока болею, поэтому мне нужно будет поехать, в принципе, в больницу через какое-то время. В общем, на 7 часов мне надо, сейчас только... 15:27. Ну, в общем, очень классно. Также, вон, видите, как я вам сказал, метеоритный, в принципе, шторм пока сюда перенесен по каким-то причинам. Видимо, Нет пока другую область не нашел, куда можно это закинуть, поэтому он перенес сюда. Вот так мы можем туда попасть. Так, давайте еще подберем всякие наклейки, потому что они нам, в принципе, понадобятся. Ну, вот метеор шторм, давайте запустим. Ребята, ловите его. Правда, я не понимаю, кому он нужен на тесте. Скорее всего, никому. Так, чтобы понимать, всего на тесте играет сейчас 100 человек. Да.
Так, давайте еще наклеечки. Вот сюда наклеечку. Котенок какой-то, сюда наклеечку. Какой-то подкрадыш, сюда его. Так, сюда. И просто ставим, я не знаю, просто украшаем свой улей, чтобы он был максимально красивым. Два солнышка. Прикиньте, солнышками вот так, если улей сделать, тогда ты, ну, каждый человек будет понимать, что ты солнышко. Ну, ладно, об этом не важно, короче. В общем, вы меня поняли. Но это все очень классно. Кстати, по медведям, медвежонки, хочется посмотреть на медведей. Они уже добавлены, чтобы понимали. Но как их использовать? Очень бы хотелось как-то с ними поиграть. О, ну чувака, синий улей, а мне можно? А мне можно синий улей? Я тоже хочу. Так, давайте сюда пойдем. Кстати, а где тут медведя? Я где-то видел, где можно медведя выбить. Или тут только наклейки? И раньше можно, короче, было медведя. Кстати, как трейд кинуть? Давайте посмотрим, как кинуть трейд. Такс, ага. Полин текст, это все нам не надо. А у нас вопрос один стоит. Как кинуть трейд, да? Надо как-то проверить. Вот тут так нельзя кинуть трейд, я так понимаю, да? А как можно? Ребят, кто играл на тесте, то, пожалуйста, объясните, как кинуть трейд. Возможно, мне нужно подойти к какому-то игроку. Я не знаю. Так, я что, один на сервере? Я что-то не вижу еще одного игрока, который вместе со мной, по идее, где-то находится. А где он находится? Припрятался. А, вот он. Так, братан, как мне к тебе трейд кинуть, не знаешь? Пока он, видимо, никто не знает, как это делается. Но мне что-то за это время... А, вот, ребят, в настройках send. Вот у нас трейд. Вот так он кидается. Так, давайте, оп. Какому-то банану кинули мы трейд. Давай, примет он его. Кстати, ребят, скажу честно, игра как будто лучше стала работать. У меня FPS поднялся по какой-то причине. Хотя у меня комп тот же. Давай я тебе улей дам, а ты мне что дашь? Это просто великолепно выглядит. Это просто замечательно. Трейд очень красиво выглядит. Знаете, это как будто очень старый 5-7. Так, ты мне это даешь. Давай. Давай, обменяемся с тобой. Все, вот так это все работает. Давай, поменяемся. Конечно, меняемся с тобой. Так, процессинг. Я, кстати, могу, видимо, отменить еще трейд. Так, все, я джентл. Ага. Ну, улей я-то свой потерял, да. Все, я, в принципе, шапочка у меня это вся слетела. Что он мне дал? Так. А, у меня все равно остался мой черный улей. Ну, в общем, вы поняли, как это работает. Надо, получается, ждать, пока трейд завершится. Ты его, если что, можешь в любой момент отменить. То есть мы кидаем человеку трейд. Кстати, я бы хотел, как у меня выглядит. Вот тут снизу пишется send trade. То есть кому я кинул трейд. Это хорошо, это классно. Так вот, тут люди летают. Блин, круто. Get buffs. Это что такое? Ладно. В общем, очень круто. Нужно уже, я думаю, на своем основном аккаунте дозавершить такую палочку синенькую, что, в принципе, меняться с людьми. Так, давайте еще попробую кому-то. Вот, давай банану опять этому. Он опять принимает. Давай я тебе дам, не знаю, солнце. Ты мне вот эти все даешь. Давай, 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 давай. Он мне хочет все вот это отдать. Просто так, видимо, скорее всего, это мой подписчик, если он мне это все отдает. Потому что... О, он ацепт. То есть можно отменить ацепт. Все, так, я поменялся. Все, это сработало у нас. Спасибо огромное тебе, человек, за то, что ты мне это дал. Так, и давайте теперь попробуем. Получается, вот так, инбокс. Нет, это какая-то... Это тоже не особо нужно. Пел, что такое пел? Ага, пел это снять все наклейки со своего улья. Ну ладно, так давайте опять обратно вернем наши наклеечки в любом порядке. Потому что, как вы понимаете, наклейка нам дает всякие бафы. То есть это вообще класс. Это я не знаю, вы прикиньте, настакаться этими наклейками будет, это вообще шикарно. Ну, в общем, ставим это все вот в таком каком-то... Так, ну вот так как-то ставим. Вот так вот еще две наклеечки накинем по-красивому. И ну вот у меня вот красивый улей, ребята. Че вы тут? Конечно, тут у ребят есть покрасивее улья. Но это не важно. Это совсем не важно. Так, давайте пойдемте еще сбегаем. Пока вообще непонятно, что да как. Но по основным деталям нового обновления все понятно. Думаю, никаких вопросов по поводу этого не будет. Кстати, 17%. Да, 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 да. Я вот просто мечтаю об этом улей. Да, 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 да. Так, давайте, я не знаю, вот, ну... Вот алмазное яйцо 10% на синий улей. Дай мне синий улей. Вот оно даст, ребята, или не даст мне синий улей? А ну-ка.
Вот если мне на основном сервере не будет падать синюли, я просто, ребят, бомбить буду очень люто. Кстати, тут даже показывается, что из бокса могло выпасть и что мне выпало. Ну, классно. Кстати, наклейки пропадают. Ай-яй-яй, прикиньте, все ваши наклейки, улья, которые вам даются, они даются на 2 дня. То есть все, что у вас есть, оно дается на 2 дня, а потом нужно все по новой собирать, делать. Ну, как-то так. Кстати, U-Hive 75 bis. Можно использовать, чтобы понимали, всего 50 пчел. Ну, почему-то 75 у меня, видимо, сохранилось с прошлых обновлений, бах. И поэтому у меня вот так вот большое показывается. Ну, в общем, вот такое вот, ребята, вышло обновление у нас на тестовых серверах. Скоро это будет все на основных серверах. На связи был Косик Пау-Пау. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пиши, что ты думаешь по этому поводу в комментариях. Так что тебя обязательно жду. Иду читать твой комментарий. Ну и также, ребят, порекомендуй это видео своему другу. Также, ребят, порекомендуйте это видео в каких-нибудь Roblox-сообществах, допустим, в Дискорде или в Телеграме. Но спасибо тебе огромное за твою поддержку. Ты самый лучший, кто бы мог быть. Потому что армия Пау-Пау — это самая сильная армия, которая вообще есть в Роблоксе. Так что бой, дружочек. Встретимся завтра в топовом ролике. Ребят, у меня уже забит полностью нос. Так что все, давайте. Всем до завтра. Всем пока-пока. Оставайся добрым, будь мудрым.